Напридумывали праздников ужастиков. А если бы настоящий скелет по городу ходил? Детский сад развела. Какой детский сад? Скоро будет Хэллоуин. Ты уже решил, в кого будешь одеваться? Ага, сейчас. Разбежался костюмы одевать. Напридумывали праздников ужастиков. А если бы настоящий скелет по городу ходил? Все бы уже давно перепугались. Тебе во все нравится наряжаться. Даже если бы тебе сказали в костюм пола нарядиться, ты бы все равно нарядилась. Конечно, нравится, я же девочка. И вообще ты сам пугала. Дети, быстро одеваемся на пикник. Я одеваюсь уже. И я. Чего тут страшного? Ёлки, палки. Да здесь нет никаких грибов. Что здесь искать? Тим, смотри, надо просто хорошо смотреть. Так, давай. Я все равно найду больше грибов, чем Маша. Краску ей кто-то что-то мешал. Кажется, я заблудился в лесу. Вот бы бутерброд какой-то был. Я
себе наколдую новый Бейблейд. А какой? Ну, не важно какой, главное, что Бейблейд. Новый Бейблейд! Получилось! Да! Это же Регулус! Наверняка он колдовской! Вау! Теперь можно придумывать, что ты хочешь! Давай, давай, уже придумывай! Сейчас думаю. Давай, дождь из конфет! Да запуска! Дождь из конфет! Бабушка, что ли, подарила? Что за палка? Краскамин надо растопить. О, нет! Он же необычный. Надо будет распаковать. А что бы ты бы наколдовала, если бы у тебя была бы волшебная палочка? Напиши мне в комментариях. А если вы найдете волшебную палочку, то наколдуйте мне лол. Маша, да какие лолы? Бейблейды! Бейблейды! И пока!